Итак, в каждой профессии, в каждой сфере существуют люди, которые зачастую не попадают в кадр, но от них тоже зависит работа, даже большая ее часть. Сейчас, уважаемые телезрители, вы видите нашу аппаратную. Я начну представлять людей с оконца. Это Всеволод Медведев, наш звукорежиссер. Вот. Наш режиссер, самый главный сегодня, это радостный Игорь Черемных. Наши титры и наш режиссер Женя Кузьмин, также он известный в городе барабанщик. И наш продюсер Юлия Белевич. У-ху! Вот так вот люди, которых не часто видно, но от которых мы очень сильно зависим, которых без работы, без которых просто наше невозможно. Правда, Габриэль? Да, я с тобой согласен, Наташа. Так же, как и в театре, есть люди, которых, к сожалению, не так часто увидишь, и они находятся, так можно так сказать, в небольшом подземном мире. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Сапожников, тромбон, артист оркестра Красноярского музыкального театра. Прошу вас. Проходите. Друзья, еще раз хочу сказать, что у нас сегодня в гостях Вячеслав Сапожников, артист оркестра Красноярского музыкального театра, и Николай Балышев, человек, который вот это вот с махом палочки творит музыку. Да. Как правильно? Начальник оркестра? Дирижер оркестра музыкального самого музыкального театра Красноярска. Доброе утро еще раз. Спасибо вам большое за выступление. Наконец-то мы видим вас при свете кучи лампани. Вот пипитра, да? Вот в них же подсвечиваются ноты в яме. Правильно я понимаю? Ну, да, у нас пипитры подсвечены специальной лампой. Подождите. Нет. Надо, чтобы вас было сегодня и видно, и слышно. Ну что, давайте перейдем, наверное, к... Репертуару музыкального театра. Что ожидает в исполнении оркестра в первую очередь? Ну, начнем с того, что в этом творческом сезоне нашему театру исполняется 60 лет. И, собственно, этой дате приурочен ряд событий. Первый из которых – это, собственно, бенефис нашего оркестра, который пройдет 19 октября в 19:00. И, собственно, сегодня мы бы хотели... немножко об этом рассказать. Давайте, да, подробности услышим. Почему возникла вообще идея показать тех, кто обычно, ну, частично скрыт? Понятно, что, бывая на балконах, мы видим музыкантов, и мы за ними, на самом деле, тоже наблюдаем, любопытно это все. Но просто не так это все хорошо в деталях можно разглядеть. А тут, наконец, есть такая возможность. Как вы будете их представлять поименно? Или что, как это вообще презентация пройдет? Событие, как вы уже сказали, уникальное. Это первый бенефис оркестра за историю театра.
И, собственно, уникален формат его проведения. Действительно, впервые оркестр будет располагаться не в яме, а на сцене. Наши гости смогут познакомиться со всеми оркестрантами. Будет полный состав, все участники. А артисты все будут в яме. Да, понятно. Такая справедливость. Кто аплодирует по табличке, аплодисменты. Но хотя зрители будут... Состав будет даже усиленный. Усиленный, да? Я вот как раз хотела спросить, во-первых, столько же лет оркестру, сколько и театру? Если у вас 60, это значит тоже 60. Ничего себе, какой старейший у нас на самом деле. А выглядит, а? Ну да, все 20. Прозрец. Внешнему виду. Ну и по составу, если все ли поместятся, потому что там же у вас какая-то ярусность, если я так правильно помню. Ну мы будем располагаться на сцене, сцена у нас достаточно объемная, поэтому, конечно, мы вместимся все. Помимо оркестра на сцене еще также будет у нас балет, будут солисты театра, будет хор. Смотри-ка, что и тут. Еще хочу сказать, что в бенефисе все дирижеры, пятеро, будут входить к оркестру, и, в общем-то, с ними связан ряд сюрпризов в нашей То программе. То есть будет некий такой, по сленгу молодежному я скажу, будет некий микс создан с диджеем, я по молодежному помогаю людям. То есть диджеи берут и миксуют вместе, чу-чу-чу-чу-чу, пять диджеев одновременно. Также и у вас будет пять дирижеров. Будет и такой номер. И такое будет, да? Супер. Классика, современный, что еще? Джаз, что будет? Все, абсолютно все. Эстрада, джаз, классика в современной обработке. То есть не обязательно то, что исполняет и чем сопровождает спектакль, да? Нет, конечно, это особая специальная программа. Это особая специальная программа, да. Ну вот, и для меня, до меня дошло по длинной шее. А я сразу понял, что специальная программа. Ты с ними работаешь. Ты знаешь, ребят, ты видишь их. Расскажите, сложно ли вообще именно работать в оркестре театральном? Вот я вообще габаист, и по идее должна была бы где-нибудь там с вами рядышком сидеть. Но вот не случилось, что? Не случилось, но хочу узнать нюансы. Чего я пропустила такого в жизни? Да, в общем-то, не сложно. Ну, если человек занимается своим делом, то я думаю, что мне не тяжело, по крайней мере. То, что работа приносит вам удовольствие, это слышно и видно по вашему исполнению и музыке. Но я не знаю, надо ли прислушиваться к топоту арт-труппы, ну, вот этой балетной труппы, или достаточно только режим? Нет, мы не видим, что происходит вообще на сцене. У нас есть, мы видим только... Только дирижер, получается, ваш ориентир. Да, мы видим дирижер, он как посредник между нами и сценой, то есть... А вот, знаете, я вот скажу так, Вячеслав, если посмотреть на вас, вот я бы никогда не подумал по вашей такой харизме, что вы тромбоном владеете. Как-то тромбон такой, а вы такой спокойный, легкий, такой, ну, скромный. Почему? Почему тромбон, да, хочешь спросить, Габриэль? Да. Почему не скрипка? Ну, это долгая история, почему тромбон. Это еще в школе, я пошел в музыкальную школу, случайно, можно сказать. Окей, последний начал вопрос. Заниматься, я не думал, что я вообще буду заниматься музыкой. Ну как-то так начал. И пристрастился. Начал заниматься, стал получаться, стал играть в духовом оркестре, ну потом училище, академия музыки и театра. Действительно долгая история. Это просто настрой редакционный. А у вас вопрос, Николай, скажите, а вы сам играете на... Обычно дирижеры, да, тоже владеют. Может быть, вы тоже владеете каким-то... Это еще один сюрприз нашего бенефиса. Все пятеро дирижеров, они покажут себя с неожиданной стороны. И вы выйдете с домброй? Ну, не совсем. Ну что, пусть это будет секретом для наших всех телезрителей. Ну, а мы сейчас представляем наших гостей. Давай еще пригласим на выступление, да, на уникальный спектакль, тоже, наверное, можно будет так сказать, раз все-таки он проходит в театре, да? 19 октября. Да, гости пригласят. Прошу сами, вас. У них это лучше получается, чем у нас. 19 октября, 19:00, самый музыкальный театр, бенефис оркестра «Магия звука». Приходите. Как сказал. Там встретимся, а мы напомним, что о магии звука сегодня нам рассказали, ну, слегка приоткрыли тайну, где оркестр будет главным героем. Это дирижер театра Николай Балышев и музыкант тромбон Вячеслав Сапожников. Спасибо вам огромное. Спасибо. Мы сейчас с вами еще поболтаем за кадром.